Як занять школьника у вольный от вучобы час? Чем притягнуть и як захопить подлетков? Отказы на это непростое питание знайшли педагоги Гомельского областного эколого-биологического центра детей и молоди. А не так давно там открылся новый накерунок. Подробязности у наступном материале. Сегодня на базе областного эколого-биологического центра дейничая каля 20 объединений по интересах. Наукового, биолого-экологического, декоративно-прикладного, мастацкого направков. Не так давно этот список пополнился еще одним тематичным гуртком – «Экодрайв». Почему такое название? Потому что мы хотели сделать такое молодежное название, которое бы привлекало внимание детей, ну и было что-то новое на слуху. Тоже цель нашего кружка, который мы преследовали, это показать не просто разнообразие животного мира и понять, как его нужно сохранять. Цель была такая – приобщить детей как к животным, так и к науке. Стать ближе до науки не так тяжко. У этом упевнены удельники гуртка. Молодый педагог Сергей Сапрыкин спробует донести веды до каждого при допомозе наглядных материалов, интерактивных форм научения, використовуючи лабораторную технику и живые износины непосредственно с объектами доследования. У нас есть зооуголок, который насчитывает 169 представителей, обитателей нашего уголка, и поэтому ребята тоже с радостью занимаются с животными. Мы решили провести эксперимент и посмотреть, какое будет потомство, если скрестить животных одного вида окраса. Ну, для этого мы использовались справочной литературой, узнали больше об этих животных. Ну, мы их измеряли, смотрели их поведение, ухаживали за ними. Кожный заняток у объединения «Экодрайв» – это знакомство с новыми аспектами жизни у навокольном осяроде, новые открытия и разважание на актуальные темы. Усё это навученцы гуртка выражают во уласных проектах. Мы изучали воду, ее загрязненность. Еще мы проходили различные виды рыб, строение и предназначение микроскопов, мини-лабораторий, а также другой научной техники. Ну, мы готовили проект насчет курения, как бросить курить, потому что мы замечали в жизни то, что много молодежи сейчас курит, это все влияет на организм. У нас подрастающая молодежь готова должна быть к всему, к спорту, к армии, к жизни. У ближайших планах педагога организовать разом с навученцами доброчинную акцию и экологичный фотопроект. А с надоходом тепла отправиться на экскурсию у лес, спостигать таємниці природы. Катерина Жданович, Михайло Рабков, телерадиокомпания «Гомель».